оставался. Ну и все. Мы посидели. Понятно тебе, Лена? Лена. Вы остались на Игоря Третьякова. Вы позанимались тут. Игорь просто с кем-то. Все у вас хорошо. Да я поговорить остался. Я конкретно спросил, кто остается на занятия. Ни один не поднял руку. Даже Сергей Павлович. Ну, потому что всегда остается. Это для, вот, его, ему не надо говорить об этом. Все. Ты сразу встал и говоришь, я поем и поеду. Я говорю, ну молодец. Я такого не говорила. Не надо придумывать. Ну посмотрела так. Сегодня, да. Сегодня, потому что муж за мной приедет. Там те разы я все время сдавала. Я слышала, что в самом конце храма. Сегодня 21 апреля 2024 года. Перед началом утреннего богослужения. Ну, трапеза немножко сидит. Мне никто не позвонил и сказал, иди зайди сюда. Никто, никому я не нужен. Благодарю вас, что. Все, вы молодцы. Ты герой, ты поговорил со всеми, ты ему мысль вложил. А мы так пошли сбоку припека, что там. Я еще не успел уехать, когда все началось. Не успел уехать. Господь благословил. Крест Христова. Можно было звякнуть и сказать, слушай, тут у нас беседа намечается. Подойди. Никто не сказал этого. Ну не сказал ты. Да, Лена. Сказала, ты тут такая толпа осталась, а ты уехал. Я молодец, умница какая. А когда я уходил, никого тут не было. Отсвечивает еще. Я тут один сидел. Посчитаешь. Так что, ребята и зверята, не надо меня за уши оттягивать, где я не был. Такая появилась, я думаю, почему раньше? Я вот спрашиваю просто Юлю, говорю, Юля, вы остаетесь сегодня? Она говорит, не знаю. Я говорю, что-то какой-то ответ это. А Игорь, может, не захочет оставаться. Я их не понравился со своими головами. Не понравился. Собрались против меня. Это все до начала богослужения. Против меня. А где я? 7 минут, вы ждали воздух, и молиться всем. Ну, все равно 8 начнется богослужение. Я куда не приду, и вот что-то раз, и все радуются. Потому что мы постоянно контактируем. Ну, конечно. А тут просто раз. Он сигнативный, чем попробуй поконтактировать. Если сконтактируешь с ним, у тебя пламенем отбросит, и все. Не его отбросит, а тебя. Одно дело вопрос задать. У меня были разные. Ну да, позвольте. Я болела, это первое. В одной машине едешь. Вторая лично я работала. И в это время никак не получалось. А дальше уже какой смысл ходить на репетицию, если ты уже выступать, а... Ситуация разная. Ты думаешь, что ты думаешь, тут бактерии вот так вот с вирусами? Да, бактерии, а тут вот такие бактерии. Знаешь, я услышал, мир вам, братья, сестры. Надя, ученые сделали эксперимент один. И засыпали эксперимент. А лозовой-то, наверное, ушел на пенсию? Ну, какой-то грамм, что ли? А ваши-то записаны, которые говорил о чем? У меня или даже больше. В скайпе, в сайте. И в каждой, хорошая очень такая передача. Как-то пришла к Богу. Слава Богу. Так вот, он приходит на другой день, я работала. Чистоты. Он говорит, у нас телефон сгорел. Это все история остается. Даже в космосе. Мы вытираем чисто землю, песок, кошки бегают. Да, уже это вытерли, думаю, что... Кошек не было. На этот день не было? Не, ну какой-то было. Выпустили? На всякий случай. Это бизнес. Так что то, что остались, тут начали беседовать хорошо. Купили бы клетку.